Ну вот первые метры я проехал на нем, попробовал, конечно, ощущения бомбические. У мотика, блин, очень быстро я как бы к нему привыкаю, так по ощущению, но все равно, конечно, разница большая есть у этого мотоцикла, допустим, с тем же эндуро, с триалом. Ну, я думаю, что мы с ним подружимся.